В Иркутской области должны разработать механизмы по выравниванию цен на жилье. Такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев, сообщает 26 мая 2021 года пресс-служба правительства региона. Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Иркутской области с 2018 года выросла почти на 40%. В первом квартале 2021 этот показатель составил 75 726 рублей за квадратный метр. В числе основных факторов, влияющих на увеличение стоимости жилья, рост цен на строительные материалы, металлическую арматуру и утеплитель. По некоторым позициям рост составил от 50 до 70%. Эти материалы в регион привозят из Челябинской и Московской областей. Рост стоимости грузовых перевозок также оказывает влияние на увеличение стоимости материалов. Частично закрыть потребность в этих материалах позволит создание производств в Иркутской области. Так, выпуск стальной арматуры планируют наладить Усольский металлургический завод. Запуск производства даст до 60 тысяч тонн арматуры в год. По выпуску базальтового утеплителя группой компании «Старатель» разработан инвестиционный проект. Сейчас в Иркутской области действуют 262 предприятия-производителя строительных материалов. В регионе производят достаточно для выполнения текущих объемов строительства основных строительных материалов – цемента, кирпича, нерудных материалов, бетона и железобетонных изделий. До конца года в регионе планируют ввести в эксплуатацию 1 114 000 квадратных метров жилой площади по проекту «Жилье». По данным на первый квартал, уже введено в эксплуатацию около 20% от планируемого объема. Это более 222 тысяч квадратных метров жилой площади. Из них многоквартирные дома более 96 тысяч квадратных метров, индивидуальная жилая застройка более 126 тысяч квадратных метров.